Специально поставил, друзья мои,
композицию Smokey, потому что в предыдущих роликах тоже с этим комплексом играли другие колонки с этой же композицией. Ну, кто захочет, можете послушать, примерно тоже сравнить, как играет. Ну, сейчас пока делать выводы не буду, сделаю в конце ролика. Но давайте сейчас еще какую-нибудь композицию послушаем. Ну и потом поговорим немножко об этих колонках, которые играют вместе с ресивером Yamaha. На первой композиции я пощелкал вот эти программные настройки. Здесь порядка 5 настроек, которые подключают по-разному вот эти колонки. Open my door.
друзья мои, сами все слышали, да? Орут они прилично, колонки. Громкости хватает у Yamaha мощностных. Ну, не хватает какого-то такого, друзья мои, низа. Звучат они довольно-таки плоско. Как бы вроде объем большой, а толку мало, друзья мои. Вот как-то так. Ну, вы, наверное, сами слышали, кому-то, может, и зашло. Я считаю, что есть более компактные системы, которые дают по сравнению с размерами хороший звук и не такие громоздкие. Свое наблюдение выскажу. Вот были у меня аппараты V70, V50. V70 звучало лучше, чем V50, намного. И вот я считаю, вот V70 лучше звучит, чем вот эти. Хотя она и компактнее. Ну, а эти, конечно, здоровые колонки. И они не так, конечно, играют приятно, как вот именно V70 Aiwa. Очень хорошая модель, мне нравится. Вот. Но... А так, пишите свои мнения, комментарии. Ну, давайте сейчас еще какую-нибудь композицию послушаем. One more night, and then I get my song.
Прослушали мы эти замечательные айвские колонки, старенькие, 95 года. Ну, видите, объем не всегда бывает хорошо, так что иной раз и маленькие объемчики, они гораздо интереснее звучат, чем большие. Вот такая у нас передача получилась сегодня. Спасибо за внимание, до свидания.